На этой неделе губернатор побывал в лагере международной военно-исторической экспедиции «Волховский фронт Апраксин» в Ленинградской области. Всего в поиске задействовано 650 человек из 27 российских регионов, в том числе с Ямала. Добровольцам в их поисках помогают профессиональные военные 90-го специального поискового батальона. Дмитрий Артюхов оценил, как организована работа в лагере, и пообщался с ямальскими поисковиками. Самый первый поисковый отряд на Ямале, «Забытый полк» из Куровского района, выехал в поисковую экспедицию в 2003 году. Сейчас в округе 26 поисковых отрядов, которые насчитывают 382 человека, от 14 и старше 30 лет. В этом году все ямальские отряды участвовали в традиционной всероссийской акции «Вахта памяти». Обнаружили уже более 193 красноармейцев. Установлено 5 имен. Найдены родственники одного бойца. У нас почти везде, во всех наших городах, районах создано поисковое движение. И, конечно, мы это направление будем поддерживать, чтобы такие экспедиции к местам крупных сражений, тяжелейших боев, чтобы здесь наши ребята всегда были, смотрели, набирались опыта и принимали работу в этом поисковом движении. После посещения лагеря экспедиции глава региона возложил цветы к обелиску «Синявинские высоты». Обелиск установили по инициативе отряда «Ямальский плацдарм». Дмитрий Артюхов побывал в музее «Прорыв блокады Ленинграда». Здесь расположена трехмерная панорама, иллюстрирующая один из переломных моментов в Великой Отечественной войне. 22 августа во временном парке районного центра состоялись спортивные соревнования, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации. Состязания прошли сразу по нескольким видам спорта. Самое большое количество участников было заявлено на полюбившийся этим летом пляжный волейбол. В данный момент мы проводим соревнования по пляжному волейболу. Заявилось в общей сложности 11 команд, 6 мужских и 5 женских. Ну, категория 15+, то есть от 15 и старше. Стоит отметить, что волейбольные соревнования будут проводиться 23 и 24 августа до определения команды победителя. Для любителей турников и брусьев прошли соревнования по подтягиванию. Первое место завоевал Леонид Акатета, подтянувшись 30 раз. Футбольные виртуозы соревновались в жонглировании мячом. В этом состязании призовое место досталось Пуйко Виталию. В первые выходные сентября состоится празднование дня рождения районного центра. В эти дни центр внешкольной работы готовит для жителей поселка и гостей массу интересных мероприятий и интерактивных площадок. Уже сейчас объявлен сбор заявок на соревнования по робофутболу, которые состоятся 8 сентября в 3 часа дня. Данная забава проводится в поселке уже не первый раз и постоянно вызывает большой интерес у зрителей. Второе мероприятие, вторая площадка – это гонки на радиоуправляемых машинах. И назвали мы его «Формула Ярсене». Если у вас есть радиоуправляемая машина, и вы любите на ней гонять по своей квартире, пожалуйста, приходите, заявляйтесь. Для участия будет выставлена трасса с препятствиями. Оцениваться будет не только скорость ее прохождения, но и аккуратность. Такое соревнование в Ярселе будет проводиться впервые. По обеим площадкам будут сформированы команды с учетом возрастных категорий. Заявки на участие можно подать через специалистов Центра внешкольной работы или по телефону 302-55. Ямальский район принял участие во всероссийской акции «Добровольцы детям», цель которой – поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках этой акции молодежный центр «Импульс» совместно с Центром социального обслуживания начали сбор вещей и канцелярских товаров для помощи детям из малообеспеченных семей. Мы собираем, получается, канцелярские принадлежности, одежду, сумки, рюкзаки, в общем, все, что необходимо для школьников. Все это будет передано в Центр социального обслуживания. Вещи предназначены для многодетных и малообеспеченных семей. Первыми, кто откликнулся на содействие в добровольческой акции, стали сотрудники «Ямал-Спас». Они предоставили в молодежный центр две коробки с канцелярскими товарами, такие как тетради, карандаши, линейки и многое другое. Вчера вечером, находясь дома, я сидел, лазил в нашем паблике, Ямальский район, но видел то, что нужна помощь детям из неблагополучных семей по сбору канцелярских принадлежностей для подготовки в школу. Средства были выделены из личных средств, скинулись тот, сколько смог, и решили закупиться, сходили в магазин. Денис Георгиевич предложил, мы дали инициативу поддержать его. Стоит отметить, что «Ямал-Спас» не первый раз оказывает добровольческую помощь на подобных акциях. Ранее они помогали жильцам сгоревшего дома в поселке Новый Порт. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» будет проводиться до 1 сентября. И вещи можно сдать по адресу: улица Мира, дом 33, третий этаж, молодежный центр «Импульс». С 17 августа в Ямальском районе начался сбор школьников из тундры. В первую очередь собирают детей-частников, так как они по осени отделяются от стойбища,
а потом уже летают по бригадам. Школьников собирают на вертолете по два рейса – утром и вечером. До 26 августа планируется собрать около 600 детей. На сегодняшний день количество прибывших из тундры школьников составляет 282 человека. За день удается собрать примерно 35-40 учеников. Все вновь прибывшие проходят медосмотр. После этого их распределяют по корпусам. Совсем скоро начнется новый учебный год. Задача воспитателей – подготовить детей к 1 сентября. Как осваиваются малыши в интернате и готовятся ко Дню знаний, смотрите в ближайшем выпуске программы «Ямал-Ил».